Но самое обидное в этой истории, то что когда я увидел это, я чуть не умер там. И как оказалось, у него очень много связей, потому что он платит им деньги, понимаешь? Но клан Horizon тебе сказал то, что банщика кто-то прикрывает сверху. Ежедневно кого-то обманывают, но то, что произошло недавно, это переходит просто все границы, потому что моего подписчика, моего соклановца обманули на 100 тысяч голды, и притом обманул второй мой подписчик и мой донатер. Если ты против китков, то пожалуйста, ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну а мы начинаем. Хочешь такой же дорогой инвентарь, как у меня? К твоему вниманию представляю самый окупаемый проект Stand of Hell. Только тут целых 5 бесплатных кейсов, которые ты можешь открыть и выбить себе крутой нож или арканы. Тут ты можешь подняться с нуля до ножа, а с фармкейса за 9 монет ты можешь выбить АВМ Спорт V2. Все это на Stand of Hell. Ссылка на сайт и промокод на 30% в описании. Здарова всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я не один, со мной Грассиес. Грассиес, пожалуйста, расскажи, кто ты такой. Здравствуйте, я человек из клана киборгов, и у меня украли 100 тысяч голды. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, откуда у тебя 100 тысяч голды, потому что этот вопрос интересует всех больше всего. Откуда у школьника 100 тысяч голды? Ну, так сказать, из бедной семьи. Ой, не из бедной семьи называется. Я думал, наоборот, из бедной семьи. А почему она стала бедной? Потому что ты все продал и голду купил. Ой, ладно, извини, не смешная шутка. Расскажи, какие скины у тебя были в инвентаре? То есть я подписчикам покажу скрины твоего инвентаря, но тем не менее. У меня скины были вообще практически все, кроме, так сказать, самых дорогих. То есть Nameless коллекция и Project Zone 9, как бы, статриковские арканы. Кто у тебя украл все твои скины? У меня украл человек по имени Банчик. Данный человек, он модер у ТикТака на стриме на YouTube-канале. Ага, да. Также, помимо всего этого, он донатер. Это тоже важный нюанс. Он донатер, как и мой, так и ТикТака. Донатер, только все эти деньги, которые он донатил, это украденные деньги. То есть ты хочешь сказать, что все деньги, которые он донатил, это ворованные? А откуда он их воровал? Да, это ворованные деньги. Он воровал их у других людей. Он профессиональный обманщик, так же, как и меня обманул. То есть он так обманывает очень часто. Почему же он обманщик? Как так вышло, что он украл твои скины? Рассказывай. Все началось так, просто мы с ним познакомились. Да, мы с ним познакомились. Подожди, а когда вы с ним начали дружить? На какой день? Почему с ним подружились? Потому что он из VSQ. То есть он мне написал, я из VSQ, давай дружить, все такое. Мы с ним дружим, значит, дня два разговариваем, и он мне рассказывает то, что он очень крутой человек, у него есть связи, у него есть знакомые. Он, значит, доказывает мне то, что он трейдер, а доказывает он мне таким образом. Он заходит с аккаунта E8, с аккаунта Демфи. У него есть данные от него. У него есть аккаунт Демфи? Да, у него есть данные от него. Ого, ничего себе, вот это, конечно, интрижка. Он тебе предоставил пруфы, то, что он трейдер, грубо говоря, сказал, то, что он трейдер, плюс зашел с аккаунта Демфи, правильно? Для тебя этих пруфов было достаточно. Да, потому что я считаю, то, что люди доверяют ему. А если я тебе скину 10к на твой аккаунт, ты мне натрейдишь на Спорта 2 за 2 недели? Ага, что он сказал? И он сказал да. Он сказал, конечно, натрейжу вообще без вопросов, без проблем. И, значит, он мне кидает данные от своего аккаунта. А зачем, подожди, а зачем он кидает данные от своего аккаунта тебе? Чтобы я зашел на его аккаунт и перекинул ему 10 тысяч. Так, а зачем, а зачем для этого заходить просто на его аккаунт? Я голдой не мог, я хотел ему кидать. Захожу на его аккаунт и сливаю из своего аккаунта на его скины. Я выхожу из его аккаунта, захожу на свой аккаунт, и знаете, в чем прикол? Он такой начинает просто плакать, он начинает плакать, чтобы я пожалел его, говорит, что не может найти на свой аккаунт. То есть включил актера. А, то есть он, грубо говоря, дал тебе данные от своего аккаунта, ты в него зашел, и после этого он начал плакать, что не может зайти в свой аккаунт, правильно? Да. И говорит мне, Андрей, ты чё, кидок, что ли? Я говорю, нет, конечно, я тебе помогу с аккаунтом. Угу. А потом, значит, он такой говорит, у меня, походу, идея. Когда ты заходил на мой аккаунт, теперь, походу, пароль от твоего аккаунта — это мой пароль. Грубо говоря, когда ты зашел на его аккаунт с его паролем, он сказал, что теперь твой пароль — это его пароль, да? Да, походу, он сказал, что смешалось. И ты в это поверил? Я в это поверил, потому что я не разбирался в этот момент. Но знаете, в чем прикол? Просто я понимал то, что он без почты не войдет на мой аккаунт никогда. Ни за что. То есть, подожди, я просто не понял. То есть, ты поверил то, что можно зайти в чужой аккаунт, и пароль от этого чужого аккаунта станет твоим паролем, от твоего аккаунта, да? Чтобы людям было понятнее. Да, я не разбирался. Капец, блин, братан, ну ты даешь. Так, ну ладно, что дальше? Но я просто понял, что он без почты, типа, никогда не войдет в мой аккаунт.
Ну-ну-ну. Да, оказывается, я скинул ему скриншот, и там в углу был виден мой... Твоя почта. Моя почта. Боже, а как так вышло, что ты скинул скриншот со своей почтой? А вот так вот, просто... Боже, то есть вы с ним давно общались, правильно, или как? Да, мы с ним давно общались. То есть вы с ним дружили какое время? Мы с ним дружили 2 дня, но мы очень много общались. А, 2 дня дружили? А, ну но так я 7 день, я думал, вы дружили с ним месяц там или еще что, говоришь, давно дружили. Нет, конечно. Но это все было не так просто, потому что он плакал. А, он еще и плакал во время всего этого? Он плакал, да, во время плакал. Боже, то есть он просто включил плаксы и плакал? Ну, примерно спародируй его, как он плакал, просто интересно. Я не буду пародировать, я плохой актер, к сожалению. Не, ну пример, что я понял, то есть вот так, блин, как все плохо, или так... Ну как? Не, ну да я бы сказал, даже похуже. Похуже? То есть он так типа, меня обманули. Вот так типа, да? Да. Я в шоке просто. Так, ладно, что было дальше? То есть ты, грубо говоря, дал ему данные от своего аккаунта. Далее он заходит в твой аккаунт и начинает все продавать себе. Или как это происходило? Нет. Значит, он врубил актера. Он сказал, что он психически нездоров. Потом еще. То, что давай выйдем из стандоффа. И погнали в PUBG играть. Или уже нет, не плакал. Мы играли в PUBG, и он говорит, не надо отличить этой игры от этой игры, завтра решим этот вопрос, да? И пока мы играли, он переводил себе скины. Ничего себе он хитрый, то есть, все это время, пока играли в PUBG, он, грубо говоря, сидел со, там, не знаю, с второго телефона или с iPad'а и переводил скины с твоего аккаунта, а у тебя был очень дорогой аккаунт, у тебя был инвентарь на более чем 100 тысяч голды, и он в это время переводил скины. У меня он был больше, чем 300 тысяч голды. Подожди, а ты же говорил, на 100 тысяч он привел. Он привел 100 тысяч, он не все украл. А, то есть он еще не успел все украсть? Он не успел все украсть, я захожу в игру. Да. Ну. Но самое обидное в этой истории, то что когда я увидел это, я чуть не умер. Я когда захожу в игру, вижу это, у меня пульс 300. И... Серьезно? Как бы это объяснить? Да, у меня прям... Я прям истерика у меня началась. Я прям... Ну, короче, тебе прям плохо стало, да? Мне прям плохо стало, я всю ночь не спал, я трясся. Но он же слил не все твои скины, хотя бы это радует, не правильно? Не все, но это было очень обидно, потому что он украл как бы. И тем более ты его считал своим другом, правильно? То есть это получается в каком-то роде предательство? Да, это вроде предательство. Хорошо, и чем же все закончилось дальше? То есть... Он тебе кинул на 100 тысяч голды, ты это заметил, да. Дальше что было? Дальше я выхожу, меняю аккаунт везде, пароль от аккаунта везде. Ага. Но это далеко не конец истории, потому что на следующий... Вот все, вот день закончился. Ну. Потом я целый день разбираюсь с ним. Просто целый день сижу и разбираюсь с ним. И, как оказалось, у него очень много связей. И мне в открытую... У меня, к сожалению, нет записи, но мне в открытую сказали Horizon, то, что его задницу прикрывают. Horizon прикрывает задницу какого-то школьника? Нет, они не так сказали. Не Horizon, нет, не Horizon его прикрывает. А кто его прикрывает? Они не сказали, что прикрывают. Ты боже, ну ты сейчас серьезно веришь в то, что кто-то прикрывает задницу китка? Данный человек продолжает обманывать людей, его прикрывают. Так не пойму, как его могут прикрывать? Есть факт, то, что он тебя обманул, например, есть скрины, пусть его тогда возьмут и забанят. Ну, в чем тут прикрытие? Это мошенничество. Ну, в том-то прикол, то, что он платит деньги, чтобы его не забанили. Да в смысле? Ну не может быть такого. Кому он платит деньги? Ну это школьник обычный. Вот я тоже не верил. Ну как? Ну это, блин, это знаешь, еще более бредовее, чем пароль твоего аккаунта, это его аккаунт теперь. Ну я не знаю, что-то я как-то во всем этом немножко сомневаюсь, потому что мне это кажется, что это бред. Я сам сомневался. Подожди, а откуда, с чего ты взял, что он платит кому-то деньги? Вот у тебя есть какие-то пруф, аргументы или почему? А мне это в открытую сказали Horizon Organization. То есть ты решил пожаловаться клану Horizon, но клан Horizon тебе сказал то, что банщика кто-то прикрывает сверху. Правильно я подытожил? Да, правильно. Кто-то сверху, это имеется в виду кто-то из разработчиков, скорее всего, правильно? Нет, не разработчиков, около разработчиков. Около разработчиков? Да. Но кто именно, ты не знаешь. Ну слушай, ну я тебе могу сказать с уверенностью 90%, то что, ну, это полный бред. Ну быть такого не может, что какого-то школьника китка прикрывают около разработчики. Ну я просто в это не верю. Ты так уж он просто извини... деньги большие платит ему. Я не заставляю вас верить. Во-первых, давай на ты, просто... а во-вторых... Я просто пруф реально нашел, можете не верить, правда. Я пруф не нашел, к сожалению. Ну так, хорошо, давайте я скажу больше. Это кидок. Если ты прямо сейчас докажешь прямой факт, то, что тебя обманули, то тогда мы 100% сможем банщика забанить. Это 100%, если есть прямой факт мошенничества. Прямой факт мошенничества, то, что он взял, зашел на твой аккаунт и слил все скины, правильно? Да.
Хорошо, у тебя есть история входов? То есть, может, там же есть IP. Ты можешь прикрепить мне скриншот, чтобы было видно? А, вот, да, вот, нашел, смотрите. О, нашел. Давай, опа, давай. А какое устройство, скажи? Вуаля. Samsung Galaxy A51. Даже скажу, там скину ВК. Давай, 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 скриншотом ВК. Хорошо, тогда я вот прям сейчас обращаюсь к всем около разработчикам и разработчикам, которые посмотрят данное видео. Пожалуйста, ребятки, свяжитесь со мной в ВК и давайте примем какие-то меры, потому что 100 тысяч голды — это равноценно 100 тысяч рублей. Это 1500 долларов. Это довольно-таки большие деньги, и я считаю, с этим надо что-то да, делать. Да, есть чуть-чуть. А всем остальным я хочу, чтобы это было уроком. Просто я хочу, чтобы все в будущем понимали, что ну не надо доверять никому логин и пароль от своего аккаунта. То есть вы должны понимать, что даже если кто-то вас приглашает в прокачку, создайте вы новый аккаунт и пусть вам прокачивают ваш новый аккаунт. Не пишите логин и пароль. Хорошо, представь, что прямо сейчас тебя смотрит банщик. Передай ему пару слов. Я хочу просто передать то, что я человек незлопамятный. И просто я хочу реально, чтобы ты осознал, что ты виноват, что ты обманул, что ты как бы меня чуть не убил фактически. Что ты меня морально подавил, и что ты сделал мне очень плохо. То есть из-за тебя я разочаровался в людях, и что ты очень плохой человек. Все. Мне больше ничего не надо вам передавать. Ну что же, ребятки, я надеюсь, что мы постараемся разобраться в этой ситуации. Все около разработчики и разработчики, которые смотрят данное видео, отпишите мне в ВК, будем решать дальше. Но вы, мои же подписчики, прямо сейчас напишите ваше мнение, напишите слова поддержки Грасису, ему будет очень приятно. Ну а с вами был ваш Кент ПК, всем удачи, всем пока.